Спасатели рассказали подробности ЧП на Ульяновской. Дым на третьем этаже, человек на балконе. Эту картину увидели сотрудники МЧС, поднятые по тревоге. Действовать начали незамедлительно. Развернули трехколенную лестницу, поднялись на балкон. В коридоре муж, сообщила 79-летняя женщина. Спасатели обнаружили мужчину и вывели его на лестничную площадку. Используя маску на спасаемого, эвакуировали и пенсионерку. Бригада скорой и медицинской помощи осмотрела супругов. Состояние обоих было удовлетворительное. В результате пожара повреждено имущество в кухне, закопчены стены, потолок в квартире. Эвакуация из подъезда не производилась, пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Вчера также было зафиксировано возгорание в Бобруйском районе.